За все время существования губернаторской премии «Наше Подмосковье» жители Ленинского района принимают в ней самое активное участие. И с каждым годом проектов становится все больше, а сами идеи отличаются не только разнообразием и креативом, но и практичностью. На празднике, посвященном чествованию лауреатов 2018, собрались, конечно, сами главные герои, общественность муниципалитета, представители власти. С приветственным словом выступил первый заместитель главы Ленинского района Дмитрий Волков. Всех вас с праздником, с нашей премией, наше Подмосковье. Общаясь с каждым из вас, понимаешь одно, что подтекст всех этих проектов и смысл всего этого – это не денежная составляющая. Это, как правило, развитие тех начинаний, ваших мечт, идей, совместных наших решений для того, чтобы это дальше продолжалось. И в этом, наверное, самое главное. Одна из четырех специальных премий губернатора Московской области досталась инициативной группе жителей Булатниковского сельского поселения во главе со Светланой Кузнецовой. Силами этих людей с большим сердцем создан и живет проект с символичным названием «Колосок». За 3 года его существования настоящая дружеская рука помогла более 30 женщинам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. И все случаи – это повод для гордости сотрудников «Колоска». Женщина пришла к нам и говорит: я хочу родить ребенка и оставить его в роддом. Мне надо сейчас вот дожить до момента родов и все, окажите мне помощь. Мы не отговаривали, мы не переубеждали, мы просто ее поддерживали, помогали, отпроводили в роддом. А потом благополучно из роддома забрали с девочкой. Девочке уже год, и она рада и счастлива, что она попала именно к нам, наверное, что ребенок родился, ребенок ее радует. Всего же в 2018 году от Ленинского района было подано 147 проектов. Лауреатами стали 56 авторов. Награды нашли своих героев во всех 7 направлениях конкурса. Здоровый образ жизни, инновационные технологии, гражданская инициатива, экология, культура и творчество, патриотика, добровольчество. В последней номинации одними из победителей стали организаторы первого бала для ветеранов Ленинского района. Этот праздник собрал вместе самых почтенных людей муниципалитета, тех, кому мы никогда не устанем говорить спасибо. Хочется творить больше и больше. С каждым годом такой, знаете, это как азарт. Ты однажды принял участие в премии губернатора «Наше Подмосковье», и ты больше не можешь остановиться, потому что ты видишь отдачу. Даже если ты не стал лауреатом, тебе дали это благодарственное письмо, оно висит, и на него каждый день смотришь и понимаешь, что ты нужен людям, и то, что ты делаешь хорошее во благо жителей Московской области, его это видят и это ценят. И действительно, премия «Наше Подмосковье» – это своеобразная путевка в жизнь, отличный старт для прекрасных идей и нужных дел. Екатерина Коваленко, Николай Карбанов и Елена Кошелева. Видное ТВ.